Ильяс, победа и твой комментарий по сегодняшней игре. Ну, я считаю, первый тайм мы заслуженно переиграли соперника полностью. Чуть не можем выйти после перерыва. Психологически подсели первые 10 минут, ну, сумели выровнять и выиграть игру. А как погодные условия повлияли на сегодняшнюю игру? Поле шикарное, болельщики супер. Тяжеловато в такую погоду играть. Очень жарко было. Но опять же, это морально-волевые качества. Мы с этим справились. Три матча команда пропускает быстрые голы после перерыва. Ты сказал, что это психологически. Может, есть еще какая-то причина, почему так происходит? Ну, скорее всего, какая-то потеря концентрации. 2-0 – самый тяжелый счет, на самом деле. Ты пропускаешь и морально подсаживаешься, если играешь по счету, как будто. Ну, вот у нас так и случается, что мы вот пропускаем как-то. Надо исправлять. И как эта победа повлияет на эмоциональный фон в команде? Ну, у нас идет серия без проигрышей. Понятно, все в эйфории. И болельщики, видно, приходят побольше. И мы эмоционально готовы все выше и выше.